Привет всем! Вот поступил мне новый скутер Suzuki Letz 2 на ремонт. Владелец данного скутера подъехал, говорит, работал нормально скутер. Начал потихоньку барахлить, плохо работать. Подозрение на карбюратор. Ну, пригоняй, почистим, помоем, посмотрим, что там, подрегулируем, сделаем. Не вопрос. На что он мне ответил: сейчас приеду, но он не приехал, он его прикатил. Говорит, отъездил, поставил, а когда ко мне собирался его гнать, говорит, не могу завести. Прикатил, ну давай его уже разбирать. Я пробовал кикстартером, я понял, что что-то не так. Сразу же, не снимая двигатель со скутера, не выкачивая его, снял боковую крышку кикстартера. Думал, может быть, где-то здесь проблема. Оказывается, нифига. Вот, видно, да? Все, закусил. Дальше мы не едем. Не крутим. Так же самое на обратную сторону. Оп, и не едем. Выкатил я скутер, снял я поршневую, и что я здесь увидел? А ну-ка, видно, да? Должно быть видно. Видно, как игольчатый подшипник. Так, так не видно, и так не видно. Но должно быть видно, игольчатый подшипник стал поперек горла. Вот он, этот игольчатый подшипник. У него высыпался сепаратор шейки шатуна со стороны коленвала. Но это мало того. Смотрите, какой красивый поршень. А человек хотел, чтобы я ему просто почистил, помыл карбюратор. И сепаратор шейки шатуна, который устанавливается верхняя часть шатуна к поршню, тоже высыпался. Чертовой бабушке. Ну, видно, как он побил, покоцал поршень. Так что такие вот пироги. Вот вам и отремонтировать, помыть, отрегулировать карбюратор. А оказалось, дело совсем не в карбюраторе. Ну, то человек просил, снимем, помоем, почистим. Если нужно дорегулировать, отрегулируем. Это не проблема. И еще с этой стороны уже начало биение в самом подшипнике коленвала. Но если менять один, то естественно менять нужно полностью пару. Такие вот пироги. По ремонту Honda Dio. Извините, ребята, финал не выложу, потому что видео тупо вылетело. Обидно, сильно обидно. Я был расстроен, потому что там еще это дело не закончилось только ремонтом. Там еще и с электрикой были проблемы. И вот, когда я разбирал... Когда я разбирал поршневую, может кто-то помнит, я упоминал по поводу внутреннего кольца, типа как бы маслосъемного или что. Вот видно, да, на Suzuki Letz это кольцо присутствует.
Вот за такое вот кольцо я говорил. На Honda Dio в комплекте поршневого ее не было. А вот на Suzuki Lex есть. Ну, купит новую, посмотрим, что с этого будет. Будет ли там такое же самое кольцо или не будет. Ну и сразу же посмотрим, будет самую поршневую. Как бы вам бы ее показать. О, видно, очень хорошо видно. То есть поршневая уже все. Полный казус. Да. Вот-вот. Тоже. Так, как бы... Ой-ой-ой. Видно, да? Какие здесь борозды. Ямы. Так, что такие вот дела. Ну, разборку уже всего вот этого я снимать не буду, потому что это долго. Сниму запчасти, когда разберу. Потом, когда купит человек запчасти на данный скутер, сделаю обзор. Может, кому-то надо будет. Интересно. Сборку сниму частично. Ну и сам финал. Еще раз, ребята, извините, но вылетело видео по поводу Honda Dio. Печально, но ничего страшного. Спасибо за внимание. Лайки ставим. Пока-пока.